29-летняя Нюша, Анна Шурочкина, воспитывает годовалую дочь, которой они с мужем дали редкое имя Симба. Звезда призналась, что после рождения малышки ее телефон превратился в хранилище детских фото и видео. Молодая мама показала поклонникам забавный ролик с Симбой. Очаровательная малышка с розовым бантиком и в нагруднике с оранжевыми рыбками самостоятельно ела кашу и чернику, а затем уплетала за обе щеки сырник. «Сейчас 90% моих фото и видео на телефоне. Вот такие. Мамы поймут. Иногда открываю прочитать сообщения по работе, а там бабуля уже шлет свежий репортаж с обеда, и все, уже и не вспомню, кому собиралась ответить», — рассказала звезда в Инстаграм. «Наша тигруля», — ласково написал муж артистки Игорь Сивов. Нюша также показала романтичный кадр с супругом, главным советником президента Международной федерации студенческого спорта. Обнаженный по пояс Игорь крепко сжимал улыбающуюся жену в своих объятиях. Чтоб стать мужчиной, мало им родиться. Ведь нужно в жизни стойким быть всегда. Уверенным в себе, не возгордиться, быть мужественным нужно до конца, подписала артистка нежное фото с любимым. Нюша долгое время скрывала необычное имя дочери. У многих оно ассоциируется с героем диснеевского мультфильма «Король лев». Оказалось, певицу действительно вдохновил экранный персонаж. Поп-исполнительница также рассматривала имя Мирослава, но в итоге решила назвать дочь Симбой. Похудевшая Нюша валом бра повеселилась в Сочи. Недавно артистка показала забавное фото с сестрой-чемпионкой. Ранее брюнетка призналась, что тайком читала переписку своего мужа,